Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и я, Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жителям Майкудока теперь не надо ездить для УЗИ и томографии в центр города. В городской больнице номер один закупили новые аппараты по программе государственно-частного партнерства. Многомиллионные взятки. В департаменте государственных доходов рассказали о самых громких коррупционных преступлениях. В Абае возобновят строительство бассейна, которое было начато несколько лет назад. Какие планы озвучил аким Абайского района, вы узнаете через пару минут. Наши ветераны вот так обратились. Глава государства поддержал строительство бассейна. Правительство этот вопрос рассмотрели. Жители Майкудока смогут бесплатно пройти ультразвуковое обследование и томографию в городской больнице номер один. Это стало возможным благодаря программе государственно-частного партнерства. Новые аппараты приобрела одна из фирм. Ее показали акиму Карагандинской области Нурмухамбету Абдибекову. Новый компьютерный томограф купили в рамках государственно-частного партнерства. Он обошелся в 270 миллионов тенге. Аппарат делает 128 срезов за один оборот рентгеновской трубки. Томограф является самым современным оборудованием из имеющихся на вооружении карагандинских медиков. Он особенно эффективен в исследованиях заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ну, для нас это первый опыт. Нам вообще такой продукт интересен. Мы сейчас пока на стадии получения документов, еще пока не запускались, население еще не принимали. Сейчас нас включили в департамент здравоохранения, ну, в реестр субподрядчиков. И с января мы уже будем принимать пациентов по госзаказу. Да. На новом томографе будут проводить исследования как бесплатно, так и на коммерческой основе. Вместе с тем, акиму области показали кабинет ультразвуковой диагностики городской больницы номер один. Здесь недавно установили ультразвуковую систему. Ее купили в лизинг. Этот аппарат позволяет выявлять ранние пороки внутриутробного развития при обследовании беременных женщин. Будет пересылаться по интернету изображение, они будут давать свое заключение и пересылать его обратно. С помощью современных технологий сейчас все гораздо легче. Какая была потребность в этом оборудовании? Был у вас вообще там этом, да? Потребность очень большая. Не только у нас не было такого оборудования, но нет его и в районе обслуживания. Район обслуживания – Октябрьский район. Только в этом году больница подписала договоры на 260 миллионов тенге на поставку оборудования по лизингу. Все это возможно благодаря программе государственно-частного партнерства. Медики первой городской больницы уже приобрели 11 единиц оборудования. Это оборудование для реанимации, система для проведения эндоскопических, урологических операций, рентген-аппараты и так далее. Самостоятельно больница купить этот парк техники не смогла бы. Стоит отметить, что эта больница является клинической базой медицинской академии. Айем Амрина, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Многомиллионные взятки. В Караганде продолжается работа по противодействию коррупции. В департаменте государственных доходов рассказали о самых громких коррупционных преступлениях. Департаментом государственных доходов по Карагандинской области в текущем году принят ряд организационно-практических мер по профилактике и выявлению коррупционных преступлений и правонарушений. Кроме того, проводится внедрение среди личного состава департамента принципа нулевой терпимости к проявлению коррупции в собственных рядах. Подразделением внутренней безопасности департамента предотвращен факт подкупа гражданкой Ташкембаевой, сотрудника управления по противодействию теневой экономике службы экономических расследований, в производстве которого находились материалы расследования в отношении руководства двух хозяйствующих субъектов по фактам уклонения от уплаты налогов. Виновное лицо при этом было задержано при передаче незаконного денежного вознаграждения в сумме 27 тысяч долларов США сотруднику СР. Обвинительным приговором суда гражданка Ташкембаева была приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет. Сотрудник СР департамента, своевременно сообщивший о коррупционном проявлении в его сторону, поощрен председателем Комитета государственных доходов денежной премии.
На сегодняшний день основным рычагом профилактики коррупционных преступлений и правонарушений является своевременное выявление и пресечение коррупции среди личного состава Департамента государственных доходов. Всего за текущий год в отношении должностных лиц Департамента зарегистрировано 14 досудебных расследований, из них коррупционной направленности 9 уголовных дел. Асель Сазымбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В городе Абай возобновится строительство бассейна. Напомним, стройка была начата при бывшем акиме района Нашарове. После его ухода стройку заморозили. Нынешний районный аким обещал возобновить работы в 2017 году. Об этом и других изменениях в регионе рассказал Серик Жаманкулов на совещании в региональной службе коммуникации. Аким Абайского района рассказал об итогах развития региона за 9 месяцев. По его словам, жизнь в регионе заметно улучшилась. Объем сельскохозяйственной продукции вырос на 34%. В целом в районе производится 22 тысячи тонн молока и более 6 тысяч тонн мяса в год. В 2017 году эти объемы планируется увеличить на 3,5%. До конца года в районе откроют 14 семейно-откормочных площадок. Уже создано 2 сельскохозяйственных кооператива. Также одобрена одна заявка на приобретение рефрижератора. Земли сельхозназначения занимают 62% от общей территории района. Пахотно-пригодные земли составляют 81 тысяч гектаров. Из них закреплены за землепользователей 71 тысяча гектаров. Находятся в землях запаса 9 тысяч гектаров. Из закрепленных земель используется 65 тысяч гектаров пашни или 92%. По сравнению с прошлым годом площадь используемой пашни увеличилась на 10 тысяч гектаров или на 18%. Орошаемые земли составляют 19 700 гектаров. Объем инвестиций также вырос в 2 раза. В районе введено в эксплуатацию более 12 тысяч квадратных метров жилья. В декабре в Абае будет открыт детский сад на 75 мест. На это из местного бюджета выделено около 49 миллионов тенге. Для реализации поставленных задач в районе проведена работа по привлечению иностранных инвесторов. В городе Абай планируется создать совместное предприятие по производству конвейерных роликов для горной промышленности ТО «Диметра 2005» и французской компании «Роланд Пак». Сумма инвестиций до 1 000 000 евро, создание 35 рабочих мест, период реализации проекта 2016-2017 года. В первом полугодии будущего года в Абайском районе запустят новый колбасный цех. Стоимость объекта порядка 900 миллионов тенге. Будут созданы 40 новых рабочих мест. В настоящее время идет поставка оборудования. Айем Амрина, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. «Брось курить и победи». В агротехническом колледже Караганды подвели итоги регионального конкурса, посвященного Международному дню отказа от курения. Победителям конкурса, которые смогли отказаться от пагубной привычки, вручили призы. «Брось курить и победи». Девиз выбран не случайно. Не так давно в нашей республике проведен опрос взрослого населения о потреблении табака. Выяснилось, что распространенность табакокурения составляет чуть более 20%. В связи с этим на государственном уровне было принято решение о мобилизации населения к действиям, направленным на снижение употребления табачных изделий, приобщение к здоровому образу жизни и вообще повышение гражданской ответственности за свое здоровье. Цель данной акции – донести до ребят непосредственную информацию о вреде табака, сказать и показать им на примере, что в любом возрасте можно избавиться от зависимости табака. И, конечно же, мы пропагандируем здоровье, молодость дальнейшую, красоту, занятия спортом и физкультуру. В Караганде в течение 10 дней областной центр формирования здорового образа жизни проводил антитабачные акции в школах, колледжах и вузах города. В агротехническом колледже провели широкомасштабную акцию для студентов. Здесь же состоялось награждение победителей регионального конкурса. Те, кто смог отказаться от пагубной привычки и доказать это, получили в подарок бытовую технику. Со сцены они рассказали, каково это – бросить курить. Но все эти таблетки дают только отодвигать, понимаете, временное желание. Вот самый такой сильный я занимался, и такой более уникальный метод – это дыхание. Вот посмотрите, вот вдох делаете,
и задерживают минимум секунд 6, ну, может, больше. Потом резкий выдох. Это как бы получается, в организме человека вверху так, изменение, то есть отодвигает желание. Кампания по отказу от курения проходит в нашей стране ежегодно, начиная с 1998 года. Чтобы стать победителями, участникам нужно было воздержаться от курения 21 день. И все это время их проверяли с помощью биохимического теста, который устанавливал, действительно ли участник воздерживался от курения. Победители выиграли ценные призы, но главное, считают организаторы, победители выиграли здоровье. В этом и есть смысл всего Всемирного дня отказа от курения. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Свои двери распахнул новый детский сад Дарын-Дабала для маленьких жителей шахтерской столицы. Детский сад рассчитан на 150 детей. Дошкольное учреждение было построено благодаря творческому альянсу собственников недвижимости и Центра исследований развития личности «Талант-менеджмент». На сегодняшний день ведется набор детишек от 1,5 до 6 лет. Детский сад Дарын-Дабала рассчитан на 150 детей. Существуют казахские и русскоязычные группы. Благодаря Центру исследования и развития личности «Талант-менеджмент» в городе действуют уже 2 дошкольных учреждения. Разработчиком программы «Талант-менеджмент» является доктор психологических наук и профессор Айжан Изакова. Данная программа подразумевает собой развитие личностных и лидерских качеств у детей с самого раннего возраста. Поэтому детский сад могут посещать ребята с 1,5 до 6 лет. Согласно этой программе «Талант-менеджмент», мы планируем развитие детей в всестороннем плане. Это творческие возможности, это музыка, изобразительное искусство, хореография, обучение на инструментах и другие творческие, занятия. Вот. Для содержания детей мы создали все комфортные условия. У нас тепло, автономное собственное отопление, теплые полы, бассейн и видеонаблюдение по всему периметру нашего детского сада. С 3-летнего возраста ребята могут посещать занятия английского языка под руководством высококвалифицированных педагогов. Выполняя программу занятости нашего президента Нурсултана Назарбаева, по проекту было создано 25 рабочих мест. На работу принимаются молодые специалисты, главный критерий которых – высшее образование. Я недавно окончила Карагандинский гуманитарный колледж и была принята на работу как молодой специалист. Мне очень нравится моя работа, нравится проводить время с детьми. У детей есть специальный режим дня, к которому мы придерживаемся. К тому же у нас очень дружный коллектив. Для меня это не только работа. С каждым днем я приобретаю больше навыков для работы с детьми. На сегодняшний день детский сад Дарын-Дабала ведется набор детей. Напомним, что посещать дошкольное учреждение могут ребята с 1,5 до 6 лет. Асель Сазнабаева, Шасулан Мукулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго!